Друзья, решил я сегодня показать дорогу Майкоп, поселок Тимирязево. Давайте вместе со мной проедем по этой дороге. Я очень часто по ней езжу. Кто не видел, приглашаю к просмотру. Ну что, запускаем. Выйдем отсюда. Вот здесь опасный перекресток, здесь надо уступать машинам слева. Из города. Через поселок Победа. ЖД переезд. Дорога. Сейчас справа будет школа, там ограничение скорости 40 километров. Сбавляем скорость, тут стоит камера. Вот камера. Ну а здесь можно прибавить. Поселок Победа. Перекресток, я уже про него делал видео. Здесь надо уступать машинам слева. А впереди идет ростовская машина, ростовский регион 161. Закрывает нам весь вид. Здесь можно прибавить, но видите, едет медленно. Мост через речку Белая. Задавленный ежик был на дороге.
вот здесь уже можно прибавить скорость, а он сбавляет. Едем 60. Вышло солнце. Тимирязева ехать 15 минут от города. Вот тут вот слева строят тоже всякие гостиничные комплексы.
светофор 25 секунд. Ну, подождем. Это вот поворот на Цветочный. Тульский, Цветочный, перекресток. Педаль у меня скрипит, сцепление. Получилось 13 минут, 13 с половиной минут ехать от края города до, ну, до поселка. Вот такая аллея здесь красивая из этих деревьев. Сейчас я остановлюсь, отключу камеру. Спасибо за просмотр.